мне, мальчик, ко мне. Мальчик, ко мне, пошли гулять. Господи, все живы? Ну, понятно. И кто виноват? М? Кто виноват? Сидит тихий такой, сразу хороший он. И молчит. Вот сдам тебя в приют. В приют тебе сдам, да. Господи, ну ты-то зачем влезла? Иди быстро руки мой. Ванной папа бреется. Алло. Вот сейчас будешь сама все убирать, а я буду гулять с собакой. Мамулечка, я все уберу. Вот только вернемся с прогулки, и я все-все до последней крошечки уберу. Идите, идите, все, давайте, идите, что 5 минут я вас не видела. Мамуля, ты лучшая на свете мама. Ну, конечно, я лучше. Ксения, завтрак. Господи, боже. Мы скоро. О! Наконец-то мальчик разобрался с этим противным фикусом. Угу. Мне он тоже не нравился, я постоянно на него натыкался. А я его растила 3 года, и, между прочим, его подарил мне ты. Серьезно? Угу. А я, честно говоря, не помню. Конечно, это неудивительно. Нюш, Нюш, не начинай, а? Я не начинаю, ничего не начинаю. Удивительно, как ты еще помнишь, как нас Ксюшей зовут. Прекрасно помню. Ксюша и Нюша, это наоборот, Нюша и Ксюша. Кстати, Нюш, а вот в этих конвертах и фикусы, и даже пальмы. Короче говоря, через 2 недели мы летим на Кипр. Ой, подожди, подержи. Ну что, ну куда, как? Не знаю. Все, машина пришла, я побежал. Ну а завтрак? Ну, у меня все готово. Собери пару бутербродиков с собой, ага. Ксюша, слушаешь? Мальчик стоят. О, господи. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну что же это, господи. Ню, что-то горит. Тостер горит. А. О, недорогая, убегаю. Миленький, я сейчас бы все сделаю. Труба, ну, вот смотри, завел. Раз. Ну нельзя же голодным. Ты помнишь, вечером мы идем к маме. Ну как? Как забыть? Такая дата. Угу. Я, кстати, цветы уже заказал. Ну, умничка моя. Угу. Ну смотри, не задерживайся. Ну, да все, убежал, убежал. Подожди еще один. Убежал. Сейчас же. Еще один. Ну, ну подожди, не спеши. Все, я все. Тебя не пущу голодного. Ну, господи, ну что же это? Ну, стой! Стой, тебе говорят. Не пущу. На. Ну, хорошо. Ну, съешь хоть это, ну что? Хорошо. Что на обед хорошо. Приготовить? Ну что? Да все равно. Стой. Вот так. Все, пока. Позвони. Я скучаю. Пам-пра-пам. Ну, пока, будем. Ладно. Поехали. Угу. Мальчик взять. Да, любимый. Нюшенька, это я. Представляешь, не успел в офис зайти, а объявляют срочно. В командировку. Надолго уезжаешь? Ну, как всегда, малыш. Ты же знаешь, я больше 3 дней без тебя не выдержу. Нужно срочно уладить. Все дела перед нашим отпуском, так что я лечу к шефу. А никого другого не могли отправить? Мы же вечером к маме приглашены, ты забыл? Разве юбилей мамы – это неуважительная причина? Малыш, ну что я могу сделать? Я позвоню, я извинюсь. А ты повеселись там. За меня и за себя? Конечно. Такое веселье. Ну, Нюш, Нюш, ну не кисни. Приготовь мне, пожалуйста, дорожный комплект, серый офисный костюм для переговоров. Ну, в общем, как обычно. Ладно, все приготовлю, все соберу.
Все как просишь. Ну, целую тебя. Давай. Барьер. Оп, молодец. Так. Так. Чемодан. Сказала, чтобы сильно не наедались. Ксюша, наш папа. Она ждет нас в гости к 6. В командировку уезжает. Хорошо, хорошо, иди гуляй. А ты придешь, когда темно. Когда в окно ударит Бога. Боже, какой отстой! Привет. Только что звонил Олег, извинялся. Вот. Что это? Олег мне изменяет. Я нашла это в его костюме. Это все? Этого мало? Мама, он променял меня на какую-то девку. Это не доказательство. А что это? Я ему верила, и вдруг вот эта гадость. На, выпей. Эта записка могла быть подброшена в пиджак Олега кем угодно. Зачем? Аня, ты разумная женщина. Ну подумай, сколько людей завидуют положению Олега, вашей семейной жизни, благополучию. Господи, мама, не надо. Ну, бред это все. Ты понимаешь, что я чувствую? Я же нормальный человек. Я могу чувствовать. Я давно это поняла. Он мне врет, просто врет. В таких случаях мужчины проявляют просто чудеса изворотливости. Неужели ты думаешь, что твой Олег настолько глуп, чтобы оставить улики в своих карманах? Ты вспомни, может быть, он... Да что может, мама? Аня! Все, ничего же не может быть, все! Это просто конец. Прежде чем резать по-живому, надо все как следует обдумать. Да это не я, это он режет по-живому. Все, все, понимаешь? Не мельтешись, сядь! Хорошо. Когда он надевал этот костюм последний раз, помнишь? 3 дня назад. Так? Да. Пришел домой за полночь. Под шофе сказал, что у них банкет был в офисе по случаю заключения какой-то сделки, мама. Тихо. Он сейчас приедет за чемоданом, а я не хочу. Я не могу, чтобы он прикасался ко мне после этой девки.
Все, 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 выпей, выпей, сядь, успокойся. Все, успокойся. Господи. У меня микроволновка сгорела. Это знамение. Еще ничего не ясно. Никаких скоропалительных решений принимать нельзя. А что? Что можно? Что мне надо? Надо глаза на все закрыть. Все хорошо, все хорошо, все хорошо. Не говори ничего Олегу. О записке. Сделай вид, что все хорошо. Пусть он едет в свою командировку. А ты прижми хвост, словно ничего не произошло. Мы кое-что разведаем. Что? Что я должна разведывать? Я не разведчик разведывать! Ну, успокойся, сядь ты, наконец. Знаешь, твой отец тоже был не подарок. Юбки вокруг него трепыхались, как флаги вокруг Европарламента. Только ты этот парад очень быстро прекратила. Да. В свое время я взъярилась не меньше твоего. Но послушай, доченька, супружеская любовь и земные страсти отличаются как день от ночи. Ну, прости, я не понимаю этого. Аня, я не хочу, чтобы ты повторила мою ошибку и потом жалела всю жизнь. Прежде чем закатывать истерику, надо во всем разобраться. В чем? Что? Ты знаешь, как это сделать? Да. Знаю. Пусть он забирает свой чемодан, а ты поезжай за ним в аэропорт и убедишься. Что я? Куда я поеду? Я следить буду за ним. Мама, это унизительно следить за собственным мужем. А ты не следи. Ты проводи мужа. Инкогнито. Здорово. Отлично вообще. Мило. Послушай меня. Если у него есть женщина, она, возможно, приедет за ним в аэропорт. А может быть, и полетит вместе с ним. А может быть, он вообще никуда не едет, а только пудрит мозги тебе своими командировками. Поедешь на моей машине, так он тебя не увидит. Иди переоденься, соберись и успокойся. Ксюшу пришлешь ко мне. И главное, не суетись. Так, все, спасибо. Извини, ради бога, Аня, что я тебя потревожила, мама. Аня. Ой, забыла. Аня. Ну что, что, возьми. Что? Вот, понимаешь, это фу. Это фу. Тебе и подарочек любимой тёще к юбилею. Зайчик, кобели проклятые. Ксюша, солнышко, беги к бабушке. Мам, дай мне бензина. Зачем? Хочу научить мальчика прыгать через обруч с огнем. А, хорошо, сейчас дам. Ну, может, хватит мучить собаку? Возьми мальчика и к бабушке. И меня мучить хватит. Хватит, хватит. Пошли, мальчик. Носочки. Зайчику. Это вот. Вот так. Красненько, аккуратненько. Сложимся. Ну ничего, мышка, погладит все. Давай, прикскок. На ручечке своей, давай. Вот так. Хорошо. Давай, зайчик, прикскок. Давай, мой хороший. Подскакивай. О, носочек. А ничего, хватит. С одним поедем. Ничего. Так, а чего? Куда я пришла? Зачем? Я не могу больше. Маш, только я тебя очень прошу, ничего мне не покупай. Я уже получила сегодня подарочек. Потом, потом тебе все расскажу. Бабушка, а? Мама сказала, чтобы мы у тебя поиграли. Хорошо, играй, Ксюша. Да, подожди, Маш, подожди минутку. Сейчас, сейчас, ой. Слушай, Маш, приезжай-ка ты ко мне к 6, а? Нет, лучше приезжай пораньше, поможешь мне на стол накрыть. Да, кстати, можешь взять с собой своего бойфренда. Мне как раз освободилось одно посадочное место. Ну, все, все, жду. Ой, так. Ксюш,
Ты не видела мои очки? Бабулечка, а вообще-то они у тебя на голове. Я спала? Извини, что разбудил, но у меня всего 15 минут. С тобой все в порядке? Ты не заболела? Вещи я тебе собрала. Угу. Нюш! Ну что с тобой? Я по тебе вижу, что-то случилось. Микроволновка сгорела. Да и бог с ней, купим новую. Нюш, а я твоей маме подарок купил. Мог бы и сам подарить. Ну пойми, это поездка необходима. Я обещаю, я вечером позвоню, поздравлю лично. Как будто бы я сижу с вами за столом. Просто фантом. Нюш, ну честное слово, Нюш. Папа! Ау. Пап! Да. Ксень, ну давай, заказывай, что тебе в этот раз из Москвы привезти. Невесту для мальчика. Вот этому зверю? Ага. О, давай. Только пока маме ничего не скажем. Мы должны ее подготовить. Пусть это для нее будет сюрприз. Договорились? Договорились. Yes. Ты опоздаешь. Да, самолет ждать не будет. Поехали, поехали. Нюш. Ну ладно. Пока-пока. Пока. Папа, я с тобой, подожди. Пока. Ксюша, побудешь у бабушки, хорошо? Я только диски возьму. Давай скорее, давай быстренько. Солнышко, только скорее. Можно пройти? Можно? Секундочку. Сейчас, секундочку, тебя не слышно. Сейчас выйду на улицу. Вот здесь слышу. Привет. О, у нас тут такой ливень. Ну что у вас там? Ради бога, отвезите меня в аэропорт. Я опаздываю на самолет. Пожалуйста. Ну, конечно, конечно. Вадим, давай поможем. Уже делаем. А куда летите? В Москву. Ну, и я тем же рейсом. Да не волнуйтесь, успею.
Ой, вы знаете, мне вас сам Бог послал. А вы мне в аэропорту поможете в самолет сесть? А то я с ребенком, с чемоданом сама не смогу, будет тяжело. Конечно, конечно. Спасибо вам большое. Садитесь. Опа. Долетим мигом. Хорошо, только побыстрее, пожалуйста, а то мы можем опоздать. Мы все вместе полетим. Тихо, тихо. О, да вы волновались. Еще времени. Я сейчас. На минутку. Мы ждем с нетерпением. Что-нибудь желаете? Принесите, пожалуйста, апельсиновый сок. Хорошо. Привет. Что случилось? Что? Только не делай вид, что ты меня не узнаешь. Я вас не знаю. Так что случилось, я спрашиваю, а? Что вам нужно? Ну, тебя зовут Аня. Я вас не знаю. Извините меня, обознался. Здравствуйте. Здравствуйте вам. Опять вы? Садитесь, я вас подвезу. Спасибо. Ничего себе. Как все поменялось. Все-таки жаль, что вы не Аня. Куда вас довезти? В гостиницу какую-нибудь. Вы не местный? Был местный, теперь не местный. Я вообще штурман дальнего плавания. Хотя теперь уже бывший. Списался на берег. Вот решил вернуться. У меня родители здесь жили, умерли 5 лет назад. Квартира пропала. Куплю новую. В
Вы не знаете, где лучше, в центре, нет? В центре, наверное, сейчас дорого, да? Вы обратитесь в агентство по продаже недвижимости. Я думаю, там вас проконсультируют в полном объеме. Красота. Кто же вас так обидел? Муж, что ли? Вам-то что? Если меня даже кто-то и обидел, вы что, разбираться будете? Почему бы и нет? Вы мне очень нравитесь. К тому же за такую женщину, как вы, и умереть не страшно. И я готов рискнуть. Ладно, я в центр не поеду. Сейчас за поворотом будет мотель, я вас там высажу. Захотите в центр, как-нибудь доберетесь. Спасибо. Да вы не сердитесь на меня. Я не хотел вас обидеть. Я не сержусь. Сколько я вам должен? Нисколько. Спасибо. Спасибо, надеюсь, еще встретимся. Счастливо. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно к вам поселиться? Паспорт есть? Конечно, есть. У вас кормят чем-нибудь странников? Кормят, если деньги есть. На втором этаже ресторан. Прекрасно. А девочки есть? О, девочки будут вечером. Великолепно. Добрый день. Здравствуйте. К вам вот только что должен был мужчина заселиться. Такой. Вы не подскажете, в каком номере он остановился? А вы ему кто? Ну, допустим, старая знакомая. 12-й номер, 2-й этаж налево. Спасибо. Угу. Входите, дверь открыта. Дверь открыта, входите, пожалуйста. Кто там? Опять вы? Можно на минутку? Прошу. Признаться, меня трудно чем удивить, но у вас-то получилось. Чем обязан? Возьмите меня в любовницу. Прямо сейчас? Ну, чем быстрее, тем лучше. А где у вас ванная? Там. Хорошо. Ой, а вы душ принимали? Давайте вы первый. Вы первый, да, я потом. Спасибо. Не стойте, не стойте. Вы же обещали 5 минут назад умереть за меня. Вы знаете, мне как-то... Я не очень. Очень неожиданно для меня. Давайте как-то... Ну, мне очень нужно. Пожалуйста, побыстрее. Подождите, может, познакомимся сначала? Выпьем чего-нибудь, сходим в ресторан, давайте. Не, ресторан-то исключен. Ой, нет, нет, у моей мамы сегодня юбилей, ей 55 лет, и она там наготовила всего, и я должна непременно ее поздравить. Что вы смотрите на меня, как вам? Хорошо, пойдемте в ресторан. Ну, пойдемте. Полотенце я повешу обратно, ладно? Ну, долго прошу. Вас ждать. Алло, Калюня? Полчаса назад... В мотель приехал какой-то мужик. Остановился здесь. Спрашивал про девочек. Я сказала, что будут вечером. Будут, будут. А только что
Пришла какая-то коза залетная, про него спросила. И теперь она у него. И чё? Да как что? Да проститутка она. Сказала, что старая знакомая. А, я посмотрела, у мужика прописка мурманская. Понял. Едем. Все. Давай. Работа. Позавтракать не дадут. Все, поехали. Давайте выпьем. Нет-нет-нет, я за рулем, я пить не буду. А, да, я забыл. Так. А я выпью за свое чудесное возвращение на малую родину. Пейте за что хотите. Ну что ж, давайте знакомиться. У меня очень мало времени. А, я забыл, у вашей мамы юбилей. Ну, ответьте мне хотя бы на такой вопрос. Чем я вас сразил? И почему вы решили так сразу нырнуть ко мне в койку? Я вам понравилась, пользуйтесь моментом. Понятно. Тогда позвольте посмотреть вашу руку. Зачем? Ну, я хочу посмотреть. Я все-таки хочу знать ответ на свой вопрос. Я в это не верю. Зря не верите. Вашу руку. Пожалуйста. Если это ускорит процесс... Ускорит, ускорит. О. А вторую дайте, пожалуйста. О. Вам изменил муж, и вы решили ему отомстить. Правильно? У меня на руках это написано. На лбу. Да, хочу. И хочу сделать это как можно скорее. Будьте любезны. Пейте вот это вот свое вино. Вы слишком много говорите. А вы слишком самоуверены. Вы уверены, что все мужики сволочи, так? И что каждый из них готов нырнуть под любую юбку, правильно? А это не так. А я могу доказать обратное. Интересно, каким образом? Идите вон. А... Я не хочу вас. Я не играю в женские игры. Мало того, слово «любовница» происходит от слова «любовь». Езжайте к своей мамочке, у нее же юбилей. Поздравьте ее от меня. Счастья, здоровья, я за нее выпью, правда. А вам удачи, спасибо. Удачи вам, удачи. Козел. Да. Вот она. Девочка моя. Мадам, минуточку. В чем дело? Значит так, за работу на моей территории, короче, 200 баксов. Давай бабки. Простите, я не понимаю, не работаю в этом отеле. Это недоразумение? Недоразумение? Я просто подвезла мужчину из аэропорта. Вот моя машина. Угу. Документы на машину. А, понимаете... Это машина моей мамы. Все в порядке, просто я очень торопилась. Надо было мужа в аэропорт. Коль, ты слышал мужа в аэропорт? А сама быстро к мужику, неизвестному в номер, да? Как вам не стыдно? Кому стыдно? Это правда, я говорю, это машина моей мамы. Коль, закрыла. На нее. Ты арестована на 48 часов. Поняла? Машину. Коль, можешь помочь? Да сиди. Я никуда не поеду с вами. С какой стати? Клади налог и спи спокойно. И что больше тебя здесь не видел, ты поняла? Вы русский язык понимаете? Я вам говорю, я забыла дома сумочку. Там деньги, там документы, там все. Машину, что давай, за... машину, ты что? Что вы трогаете-то меня? Хорошо, я принесу вам деньги. Ну что, малышка, я приду сюда. Ловимся и делаем красоту. Центральная. Пропей машинку. Значит, Жигули, цвет вишневый, номер АА-8713, СО. Понял? Вы здесь? Да подождите вы! Ё-моё! Ты что надо? Извините, пожалуйста, меня милиция не выпускает.
Я просто, я машина мамина, я забыла документы взять ее. Вы можете подождать чуть-чуть, а? Могу. Пройдите. Извините. Хорошо. Пройдите. Калюнь, ты пошел бы проверил, а то улизнет. Ой. А в каком она номере? В 12-м. Угу. Что еще вам надо, а? Слушайте, какая-то нелепая ситуация. Они говорят, что они выпустят меня из отеля, когда я им заплачу $200. Деньги я тоже с собой не взяла. Вы не могли бы мне одолжить? Я вам верну. Здравия желаю. О, здравствуйте, капитан. Спасибо. Что случилось? К вам никаких претензий. У меня претензии к этой даме. Пожалуйста. Значит, ты говоришь, в этом отеле не работаешь? Слушайте, объясните, пожалуйста, товарищу милиционеру, что я просто подвезла вас из аэропорта. Да, да, было такое. Аэропорт – это не моя территория. И вообще мне плевать, кто кого куда подвозил. Вот это моя территория. Вот это. И я не люблю на ней посторонних. В этой жизни за все нужно платить. Ты будешь платить? Так, все, мне это надоело. Дайте ему $200. Я прошу вас, дайте ему $200. Я верну потом. Что там с «Жигулями»? Проверили, все в порядке, все чисто. Все. Понял. Спасибо. Тебе час на работу, и что больше тебе здесь не видел. Честь имею. Просто кошмар какой-то. Это удивительное рядом. Вот так. Ради бога, извините, и спасибо вам большое. Я обязательно вам все верну. Ты проститутка? Ты что, больная? Извините. Не надо трогать меня! Ты что себе позволяешь? Иди сюда! Ой-ой-ой! Ты же хотела прыгнуть ко мне в путь, да? А теперь не надо трогать! Я что, не понял? Думаешь, я лох совсем? Проститутка и мент переодет, да? Я проститутка! Не получилось так? Решили по-другому. Я понял. Больной какой-то! Что ж ты вокруг ненормально? Сейчас отработаю. Свои деньги. Раздевайся. Раздевайся! Сейчас будешь отрабатывать. Как тебе сказал твой дружок? Не подходи ко мне. У нас есть час. Ты... Отлично. Раздевайся. Не подходи ко мне. Не подходи, сказала. Ну-ка, положи графин, аферистка. Я не аферистка, я верну тебе деньги. Заткнись, кому ты отдашь? Ты знаешь, как меня зовут? Кому отдашь? На деревню дедушки отправишь? Сюда! Да хватит орать! Я сейчас поеду домой и привезу тебе эти деньги. Сколько ты хочешь? 300 хочешь? 500? Я знаю, что ты сейчас делаешь. Собирайся! Отвезешь меня в любую другую гостиницу в центре города. Я никуда никого не повезу, я не извозчик. Повезешь. У меня в сумке здесь квартира, деньги на квартиру, понимаешь? Я не хочу ими рисковать в этом бордельере. А мне плевать! Поехали, тебе сказали! Нет, меня муж встречает. Спасибо вам большое, до свидания. Пока. Мамонька, посмотрите. Да, я слушаю. Олег, привет, это Марат. Здорово. Старик, мы с тобой случайно 3 дня назад на банкете в офисе поменялись пиджаками. У меня там ключи от дачи были, я хочу невесте дачу показать. Слушай, я не находил никаких ключей. Да у тебя они, я уже всех обзвонил, ты последний. У нас же офисные костюмы одинаковые, ну посмотри в кармане пиджака. Ну ты молодец. Только дело в том, что я уже в Москве. Да, в аэропорту. Вернусь, поговорим. Отдам я тебе эти ключи. Зачем они мне? Давай, до связи. Знаешь, а ты красивая. Я уже начинаю жалеть, что не воспользовался твоим предложением. Ой, да ладно, не сердитесь, мадам. Я не хотел вас оскорбить, извините. Не хотел. Кстати, денег мне не надо. Подвезите меня куда-нибудь поближе к городу. И на этом закончим наш мимолетный роман.
уже в городе? Я не понял. Здесь останавливается автобус, который довезет вас до гостиницы. Приятно было пообщаться. Пока, красотка. Секунду, я вещи заберу. Ага. Что-нибудь еще? Когда же ты успел стать штурманом дальнего плавания? Я не понял. Кто-то говорил, что едет учиться в военное училище. И кто-то обязательно обещал вернуться. Анна, это ты? Да. Здравствуйте вам. И прощайте. Слушай, подожди, почему не призналась в аэропорту, что это ты? А я не была уверена, что хочу тебя узнавать и тем более разговаривать с тобой. Что, я так изменился? Ты? Нет, нисколько. Постарел только. А так все такой же. В каком смысле? В таком смысле. Вот мне интересно, ты хоть что-нибудь помнишь? Конечно. Шалаш на озере? Да. А как жениться нам не обещал, помнишь? Нет. Ага, вот это не помнишь. Значит, и как бросил меня, тоже не помнишь. Нет, тебе было 17 лет, Анна. Тебе надо было учиться. Понятно. Я не имел права ломать твою судьбу. Понятно, понятно. Ага, то есть ты заботился обо мне? Да. Ты заботился, а я просто не поняла. Ну, дурочка была, маленькая. Сейчас поняла. А ты как будто ждала меня. Я тебя? Да. Я ненормальная, я похожа на идиотку. Я просто мечтала о том, что ты вернешься. Целый год мечтала. Вернешься, я тебя задушу и обратно отправлю. Вот и все. Тебе давно изменяет муж? Может, ему морду набить? Что? Морду? Кому? Мужу моему? Не лезь в мою жизнь, понял? Не лезь. Не твое собачье дело. Я, честно говоря, думал, что красивым женщинам не изменяет. Ты ошибался. Угу. А женщины могут себе это позволить, правда? А? Я просто хотела отомстить мужу. Вот и все. А ты подвернулся мне в аэропорту. Я подумала, какая прелесть, старая любовь. Первая. Удобно. В городе никто не узнает. Свободен. У тебя там сумка на дороге. Украдут? Спасибо. Да что же это? Женское коварство. Ну, ты знаешь, я согласен. Ты не обольщайся, ради бога. Твой поезд ушел. Выйди, пожалуйста. Да ладно. Аня, ты же хотела изменить своему мужу. Он же обидел тебя. Не с тобой. У тебя дети есть? Есть дочь. О, а я всю жизнь мечтал иметь дочь. Может, я жилплощадь предоставить? Тихо, Аня. Пожалуйста. Прости меня, пожалуйста. Прости, молод был, глуп. Если можешь. Господи. Все это очень странно. Что странно? То, что я сразу тебя встретила. Может, судьба? Не знаю. Не знаю. Все, пожалуйста, не надо. Мы с тобой еще встретимся? Нет, не знаю. Меня мама ждет. Я не знаю, правда, выходи, пожалуйста. Господи. Ты не ответила. Я позвоню тебе, как только устроюсь в гостиницу. Все, меня дома не будет. Я все равно тебе позвоню. Все, выйди, пожалуйста, все. Thank you.
Стоять! Это ваша собака, уберите ее! Вы как здесь оказались? Из дырки. Из какой дырки? В заборе. Надо забить дырку. Это ужасно. Что ужасно? Высоту нельзя забивать доску. Ух ты, а что у вас с ногой? Я не знаю, больно, я, наверное, вывихнула. А вдруг перелом? Давайте-ка я вас... Не надо, я боюсь, Давайте. Не надо, я сейчас сама. Ой, а как же... Ой, что вы делаете? А как же вот... Куда, куда? Мальчик, охранять. Спасибо вам большое. Пока не за что. Я Анна. А я Андрей. Это вы привезли Анну Петрову? Я не знаю, Петрову, Сидорову, да, это я привез девушку. Мы вынуждены ее на некоторое время госпитализировать. А я могу не уметь. Вы родственник? Идемте. Спасибо. Халат возьмете в ординаторской. Ага. Ну вот и перелом. Вот вы оказались правы. Витя. Поздравляю. Я приду завтра проверить. Хорошо? Хорошо. Спасибо вам. Давай на ты. Давайте. Давай. Лёных усилий, они смогут преуспеть. Так. Бусечка! Ау! А где утюжок? Зачем? Брючки погладить попробую. Ой, я сама все поглажу. Иди лучше двери открой. Так. И кто это там? О, привет! Танюшка, пропажа объявилась наша. Анюта, привет! Какими судьбами? Привет, красота! А мы к твоей маме на юбилей собираемся. Я решила ей фирменное блюдо приготовить. Ой, да. Боже мой. А ты еще приехала, Анюта? Ой, салат какой вкусный. А ты что стоишь? Иди, там белая рубашка, галстук в шкафу, утюг в кладовке. Иди, давай. В шкафу. Анют, что случилось? Случилось. Может, это ошибка какая-нибудь? Ну, не похоже это на твоего Олега. Он такой весь правильный, Ксюшу любит. Может, не надо торопиться с выводами? Господи, а с чем? Что вот мне делать надо? Скажи, что? Мама мне говорит, не торопись. А у меня с утра микроволновка сгорела. При чем здесь микроволновка? При том, что это знак. Мне эту микроволновку Олег подарил. Да глупости все эти знаки. Чего ты грузишь? Ерунда какая-то. Вот Олег вернется из командировки. И все объяснится. Вот увидишь. Это не глупости, это знамение. Потому что я сразу встретила его. Он вернулся, представляешь? Какое знамение, подруга?
Без головы, все в порядке? Кто вернулся? Он в мою жизнь. Буся, а где тряпочка? Какая тряпочка? Ну, брюки погладь. Какие брюки? Олежка, привет, я приехал. Привет. Вот тебе. Спасибо. Какая прелесть. Ух. Иди сюда. Только не говори. Не говори, пожалуйста, что ты приехал только на 3 дня, хорошо? Хорошо, не буду. Иди сюда. Но я приехал на 3 дня. Я тебя обожаю. Старичок. Да иду, иду. Кто? Почта! Ёлы-палы, какая почта? Здравствуйте вам! Не узнал, что ли? Андрюха, ты? Я! Ну, ёлки, где ж ты пропадал-то, а? Так и будем здесь стоять. Да я не один, понимаешь? Да. Да ладно, проходи. Спасибо. Осторожней только. Я тут, понимаешь, женился. М? Баба хорошая. Поздравляю. Сейчас спит, отдыхает после дежурства. Борис, кто там у тебя? Гал, да ко мне на минуту. Спи, спи, отдыхай. Понимаешь, я забухал одно время очень сильно. Но ничего, она пришла, остановила. Я уже думал, кранты мне будут. Теперь все нормально. Фирму открыли, кинотеатр охраняем. Только она в каждом посетителе собутыльника видит, понимаешь? Да я ненадолго. Помнишь, я на озере, тогда давно еще, не знаю, лет 20 назад, познакомился с Аней, девушка такая. А, Анька, что ли? Ну. Я знаю, что она в городе, а где она живет? Ты знаешь, замужем она давно, муж у нее богатый Буратино. А что? О, я ж тебя не об этом спрашиваю. Боря, минута прошла. Галь, ну че ты, ну спи, сейчас заканчиваю. Я как-то халтурил в коттеджном поселке, там по дизайну помогал. Значит, третья улица после... Да, третья улица после переезда, второй дом. По-моему, там. Я понял. Спасибо. Я еще зайду. За встретимся. Хорошо. Симпатичная? Галка? О, да. Поздравляю. А ну ты-то как? Ой, да я нормально. Видишь, тело на суше, а душа как на палубе в шторм. Ну, видимо, надоело. Утомился я мотаться. Брошу якорь. Может быть, здесь. Ну, давай, встретимся. Давай. Давай уедем куда-нибудь, а? На какой-нибудь остров, на необитаемый пост. На недельку хотя бы, где нет никого, ни поклонников, никого. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вас интересует? Вообще? Да. Ну, вообще меня интересуют симпатичные девушки. Но в данный момент мне нужен хороший мужской костюм. Для того, чтобы я на приеме у королевы выглядел достойно. А также рубашка и галстук. У нас большой выбор и одного, и другого, и третьего. Думаю, королева примет вас с удовольствием. Прошу.
пока. Так, друзья мои, присядь уже наконец. Да, отнимай. Себе-то налил все? Ну вот, наливаю. Друзья мои, слово для тоста имеет ближайшая подруга моей мамочки, да. Марья Ивановна. Марья Ивановна, прошу вас. Да, это я. Маша. Дорогая моя подруга Людочка, дружим мы с тобой уже более 40 лет. Да, 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 да. Да, да, и дай бог, чтобы еще хотя бы столько же. И мне ли не знать, какой подарок тебе нужен больше всего на свете. Я же просила тебя ничего не покупать. Ой, Маша, ну зачем? От всего сердца я вручаю тебе его и желаю тебе мудрости и любви. Спасибо, дорогая. Поздравляем. Мужчина, вы мне уже 2 часа голову морочите. Вы будете что-нибудь покупать или нет? Я очень хочу купить у вас цветы. Ну, поверьте, очень. Ну, я же просила. Саша, отправись от тарелки. Маруся, старая ты калоша. Я не калоша, я хрустальная тут. Ну, ты ж прекрасно знаешь, что у меня есть уже мобильный телефон. Я знаю. Да? Я ничего не перепутала. Телефон – это только часть подарка. Ой, а вот получай остальную часть. Извините. Алло? Я слушаю. Люся. Это Георгий. Кто? Это так неожиданно. Конечно, приходи, я буду рада. Мамуля, а? Ты с кем говорила? Скоро узнаешь. Я хочу купить розы. Вот и хорошо. Здравствуйте, я хочу купить розы. Здравствуйте, одну минуточку. Извините. Сколько роз? Сегодня у женщины день рождения, понимаете, я не видел ее 17 лет уже. О, ну в таком случае подарите ей 17 роз. Получится отличный букет. Да? Угу. Вы так думаете? Пожалуй. Пожалуйста, заверните 17 роз. Хорошо. Пожалуйста. Спасибо. Всего хорошего. Сколько вам роз? Знаете, мне тоже 17. Шутите? Нет. Я тоже не видел свою девушку 17 лет. Правда? Да. Хорошо. Извините. Да-да. Девушка, я ошибся в расчетах. Мне нужна еще одна роза. А вы знаете, к сожалению, роз больше нет. Мужчина забирает последние. Пожалуйста, уступите мне одну розу. Мне очень нужно. Оказывается, я не видел свою любимую женщину не 17, а 18 лет. Я не могу, честно. А вы уверены, что вам 17 нужно? Да, я нормально считаю, да. Да. А все-таки могли бы уступить. Ну, вы же понимаете, для меня важнее. Можно я позвоню? Да-да, пожалуйста. Для меня важнее, поверьте. Спасибо. Может быть, надо было раньше вернуться, тогда бы и цветов хватило. Да, говорить всегда легко. Мужчина, да вы не расстраивайтесь. 18 – это четное число. А четное не дарит. Вы же не на похороны идете. Да. Конечно. Тогда спасибо. Пожалуйста. До свидания. Приходите еще. Прошу. Сколько я вам должен?
Спасибо. Пожалуйста. До свидания. До свидания. Там-там, тарам-там, тарам-там-там-там-там. Так-так-так, та-та-там. Встаем, встаем. Олежка, подымайся, заяц. Ну, вставай, 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 вставай. Угу. Уже вечер. Подожди, какой вечер? Какой вечер? Вот уж. Да я пошутила. Ну. Ух ты. Ты же обещал, что мы пойдем в театр с тобой. Ой, дорогая. Олег. Подай мне, пожалуйста, телефон. Мне нужно сделать очень срочный звонок. Срочный звонок? Это же не доложится. Да нет. У тещи день рождения, юбилей, надо поздравить. Даже так? Держи. Ну, дорогая. Ну, ласточка. Ну, не сердись. Ну, это же просто знак внимания. Угу. Ну, хорошо. Если ты не хочешь, я не буду звонить. Ты меня любишь? Угу. Я тебя тоже очень люблю. Мы не будем ссориться. У нас всего лишь 3 дня. Потом ты улетишь. Угу. Поэтому ты сейчас идешь, принимаешь душ, а я буду разбирать твой чемодан. Угу. Так, замечательно. Ну, так и будешь делать вид, что ничего не произошло, и молчать. Людочка, а ты долго еще будешь делать вид, что тебе не понравился мой подарок? Ах ты, старая калоша, интриганка. Где ж ты его, интересно, нашла? Людочка, я не старая калоша, я 1001 ночь. А найти его было не трудно. Понятно. У тебя, моя дорогая, между прочим, не только подруга есть, но еще и дочь. Вот оно, что у вас тут целый заговор. Ну, я узнала только его адрес, но остальное. Кажется, он, иди открывай. Маша, я тебя очень прошу, пожалуйста, пойди ты открой. Я очень боюсь, Маша. Кого? Маша, ну я боюсь, мужа, Маша. Что ли? Маша, ладно, Маша, а то он тоже не в своей тарелке. Как я выгляжу, Маша? Шикарно, девушка с кувшином. Глаза. Ой, спасибо большое. Бабушка, наши гости уже сладкое ждут. Хорошо, хорошо. Сейчас все принесу. Иди. Иду. Людочка, а? Там к тебе мужчина рвется, но не тот, которого ты ждешь. Что? Ну ты даешь. Мужчина рвется ко мне? Да. Ой, я никого не жду. Старая куртизанка. Ладно, пойдем посмотрим. Идем. Мам, звонил кто-то? Пойди проверь пирог. Пирог как пирог. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам кого, молодой человек? Вы Анина мама? Да. Поздравляю с юбилеем. Спасибо. Счастья вам. Здоровья. Большое спасибо. А вы кто? Я Анин знакомый. Здравствуйте. 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 Аня, вы знакомы? Конечно. Да. Это Андрей. Личный водитель Олега, новый. Олег еще с утра заказал тебе розы. Ой, да-да-да. Как мило. Анечка, приглашай Андрея к столу. Надеюсь, вы не торопитесь? Торопится, я думаю. Нет, торопитесь? У меня есть время. У меня достаточно времени. А, ну да, мы же должны с вами договориться по поводу встречи Олега в аэропорту. А, понимаю, понимаю. Сюрприз для мужа. Заговорщики. Ну что ж, я вас жду. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, пойдемте договоримся. Решим все. Проходите, не на пороге же стоите. С удовольствием. Проходите, не стесняйтесь. Все обсудим, обо всем договоримся. Аня. Ты с ума сошел?
Аня. Да как ты смеешь являться сюда? Я позвонил тебе 3 раза. Телефон не отвечает. И что? Пошел вон отсюда. Вместе с тобой. Да? Я серьезно тебе говорю. Ты ненормальный, да? Ты ненормальный просто. Ты кто такой? Кто ты такой? Ты являешься сейчас сюда в мою Аня. Жизнь. Диктовать мне условия, угрожать мне. Нам надо с тобой просто поговорить. О чем? Нам не о чем с тобой говорить. Не о чем нам с тобой говорить. Все, все. Давай, дуй отсюда. Есть о чем. Давай, давай. Ты сама сказала, что мы не случайно встретились. Я пошутила. И то, что мужу хочешь отомстить, пошутила. Уходи. Подожди. Уходи. Анна, давай уйдем. Уходи. Анна. Звонят. Здравствуйте. Кажется, мы виделись, и кажется, я не туда попал. Это ко мне. Анечка, папа приехал. Папа. Здравствуй, Аня. Ой. Я так понимаю, Олег? Нет. Да. Андрей. А, это личный водитель Олега. Ну, мам, ну что ты? Здравствуй, Гоша. Здравствуй, Люся. Здравствуйте вам. Вот. Боже мой. Поздравляю. Спасибо. От души. Спасибо. От души. Да, спасибо. Боже мой, ну что ж ты стоишь? Проходи, у нас только свои. Ты, наверное, забыл, как я хорошо готовлю. Ну, проходи же, проходи. Идите, идите, я сейчас провожу Андрея и сразу за вами. Из Японии. Я не личный водитель твоего мужа. Я знаю, я тебя не приглашала. Хорошо, давай мы пойдем отсюда хотя бы куда-нибудь. Но только ненадолго, я не хочу испортить маме праздник. Пойдем. Аня! Анна! Что, Анна? Мне некогда. Подожди. Иди, иди. Не спеши. Уже. Бабушка, тебя к телефону. Спасибо, дорогая. Алло? Мышка? Олег. Да, спасибо. Спасибо за подарок и за цветы. Как ты долетел? Как? Какие цветы? Пришел твой личный водитель и принес мне огромный букет роз. Не посылал? А кто же это тогда? Аня? Нет, она как раз вышла проводить этого самого водителя. Да, по-моему, его зовут Андрей. Понятно. Это очень странно, потому что я не припомню на нашей фирме никакого водителя Андрея. Вы извините, я вам попозже перезвоню, хорошо? Анна, я должен... Мне пора. Не спеши. Меня ждут, я отца 100 лет не видела. Он у меня в другой стране живет. Анна, понимаешь, я когда в гостиницу въехал, на кровать лег и на руке увидел твой номер.
И все 17 лет пролетели. Пролетели как? Ой. Сразу стало ясно. У меня, кроме этого номера, больше ничего нет. И мне так захотелось к тебе приехать. Венди, скорая помощь. Тебя никто не гнал из города 17 лет назад. Ты сам себе выбрал этот путь. Как ты не понимаешь? В моей голове застряли твои слова. Ну какие слова, какие? Ну то, что мы встретились с тобой не случайно в аэропорту сегодня. Ну это ничего не значит. А если это судьба? Давай проверим. Давай. Ну давай проверим, давай. Как ты себе это представляешь? Ничего, что у меня семья, есть муж, дочь. Мы с тобой проверять будем, а они что будут делать? Муж? Да, муж. Что будет делать муж? Я еще ничего не решила. У меня папа приехал. Господи, когда они развелись? Подожди, когда они раз... 18 лет после развода. Приехал для того, чтобы попытаться что-нибудь склеить. Правильно. Им все эти годы было очень тяжело друг без друга. Я это знаю. Я тоже. Тебе не понять этого, понимаю, у тебя никогда не было семьи. Ты не понимаешь, что это такое. Да может, я и хочу завести семью. С тобой. Анна, остановись. Анна. Господи, какие же вы странные все мужики. Да не странный я. Я странник. Только надеюсь, что не вечный. И меня никто не любил никогда. Ну почему? Почему ты уехал? Я же не знал этого. Поехали ко мне. Ой, Господи, Андрюша. Поехали. Родной, хороший. Поехали. Давай не сегодня, пожалуйста, я прошу тебя, пожалуйста, не сегодня. Давай завтра. Завтра. Завтра будет новый день. На меня слишком много всего сегодня свалилось. Пожалуйста, родная. Пожалуйста. Я прошу тебя. Я прошу тебя. Уходи, уходи, уходи. Уходи, уходи. Я прошу тебя. Наташ, я тебе объясняю. Записка адресована не мне. И пиджак этот, это не мой пиджак. Понимаешь, у нас в офисе у всех одинаковые костюмы. И мой друг Марат на банкете перепутал пиджаки. А мышка – это его невеста. И вообще у них через неделю свадьба. А знаешь что? Убирайся ты к своей мышке. Ну что ж, может оно и к лучшему. Олег, кому ты звонил? Это уже не важно, я уезжаю. Но уже самолетов нет, уже поздно. Ничего, поезда ходят всю ночь. Алло, справочная? Добрый вечер. Я хотел бы узнать, во сколько отправляется... Ну, хорошо. Узнаю на вокзале или улечу утром. Ты меня не любишь. Ну... Олег, ты разлюбил меня. Да нет, я тебя люблю. И жену люблю. Просто, наверное, настало время нам... расстаться.
Нет, это водевиль какой-то. Господи, боже мой, какая же я дура. Что же меня угораздило связаться с женатым мужиком? Знаешь, это все непросто. Это очень непросто. Развод и все эти... Понимаешь? Понимаю, понимаю. Я понимаю, что ты не Анна Каренина, и ты не бросишься под поезд. Я понимаю. Ну, не надо. Ты из своего самолета тоже не выпрыгнешь. Ты же все время там. Все время. Там, в облаках, в небесах. Mm-hmm. Вечно у тебя мелькают перед глазами другие города, другие люди. А я здесь, на земле. В командировках. А, черт. Ксюхе обещал привезти невесту для ее пса, для мальчика. Ну как? Как мы будем это совмещать? Боже мой, как поэтично. Как это все поэтично? Как ты поэтично врешь? Врешь жене, врешь мне. Я никому не вру. Может быть, просто говорю не обо всем. Но ты твердил, что ты с ней разведешься, а мы с тобой поженимся, когда тебя только переведут работать в Москву. Но ведь не перевели. И не переведут. Никогда. Прощай. Нюхин, просто огромное спасибо, что вы остались. Я без вас бы с ума сошла, это точно. Ань, ну куда же мы пойдем с этим алкашом на ночь глядя? Так, он у тебя хороший, перестань, не трожь Сашку, не надо. Ой, пусть лучше спит. Спит. Вот денек у меня сегодня, да? Сначала сгорел хлеб. Потом микроволновка сгорела. Угу. Ну что там? Угу. Ань. Еще же это фикус же. Аня. Фикус. Ань, слушай. Раз у тебя сгорела микроволновка. Так. Раз уж тебя по-прежнему любит твой морячок. Ну. Ань, давай выпьем за твою новую жизнь, а? Да. И до дна. Ой, мама. Господи, знаешь, как страшно. Какая она новая жизнь. До дна. Все, до дна, до дна, до дна. Давай. Все хорошо, все хорошо. Отлично. На шахте номер 8. Здравствуйте. Водки налейте, пожалуйста. Девушка, выпьете со мной? Выпью. Текилы? Водку. Водки можно? Господи, боже мой, господи. Как я Ксюшке все расскажу. Она ведь Олега любит, он отец. Ну что ты спишь? Аня. Слушай, а не идем лучше спать? А? Я на нервной почве имею право выпить. На. Аня, идем спать. Утро вечером мудренее. Как я Ксюшке все расскажу? Совсем не изменилась за эти годы.
все такая же обаятельная. Все так же вкусно готовишь. Ты не очень-то удивилась моему приезду. Я почему-то всегда думала, что это произойдет. Мне Маша рассказала о вашем разговоре, о том, что ты хочешь вернуться ко мне. Ну и что ты мне ответишь? Если ты решишься, я скажу «да». Просыпайся. Уже пора. Мне пора. Спасибо тебе. Тебе спасибо. Доброе утро, мамочка. Доброе утро, родная. Доброе утро. Ах, какая ты красивая. Я пришла помочь. Да, помоги мне с тарелками, пожалуйста. Ну и как? Да. Что ты узнала вчера в аэропорту? Ничего я не узнала. Тарелки. Звонил Олег, спрашивал о тебе. Сказал, что никакого водителя с цветами он ко мне не посылал. И что никого по имени Андрей у них в компании нет. Кто это был, Аня? Мам, я пока сама еще ничего не знаю. Давай я тебе потом все расскажу, хорошо? Хорошо. Вы молодцы, что решили с папой вместе жить. Вот что я тебе скажу. Ты знаешь, мне когда звонила Мария Ивановна, я, честно говоря, зная твой характер, не очень в эту затею верила. Ты знаешь, доченька, время все лечит и все по местам расставляет. Если бы я простила его тогда, 18 лет назад, не было бы этой разлуки. Надо учиться прощать, Аня. Доброе утро, женщины мои дорогие. Привет, доброе пап. Утро. Как ты спал? Хорошо? Хорошо, родная. Хорошо, моя любимая. Анечка, приглашай Татьяну и Сашу к завтраку. Хорошо, иду. Береги маму, не смей ее обижать. Пусть тройся. Постараюсь. Как вы здорово это придумали. Жить рядом. Эй! Алкаш! Вставай! Вставай, вставай! Где мы? Ой, не дома. Как видишь. Давай, вставай. Я секундочку. Алло? Доброе утро, Анюта. Я тебя не разбудил? Угу. Разбудил. Только я не Анюта. Она, наверное, к маме вышла. А это ты, морячок? Откуда вы про меня знаете? Анюта рассказывала. Что ей передать? Передайте, что я буду ждать ее 12 на старом месте. Ну да. Хорошо. Сейчас. Она знает где. Угу. Секундочку, я запишу. Так. Не забудьте, пожалуйста, в 12. Да. Передам. Обязательно. До свидания. Спасибо. Саша, вставай. Вставай, Саша.
Доброе утро. Доброе. Тебе. Ой, не хочу. Хочешь, хочешь. Это что? Морячок твой звонил. Слезно просил передать, что ждет тебя ровно в 12 на старом месте. Мама вас завтракать звала. Ань, ну что такая невеселая? Не очень весело. Бусинка, а где здесь можно носик попудрить? Ой, ты, бузи мой, глаза мы тебя не видели. Ты, бузя моя. Южный мост прошел на проезжую сторону. В обратную сторону мы закрыли. Информация для спринтрейсеров. Второй этап гонки состоится в субботу 15 августа. Сбор участников назначен в Пуще Озерной, на перекрестке с Семи Тополей. Удачи! Как съездил, Олег Иванович? Нормально. Вот только невесту для мальчика не привез. Обидно. Вадик, сделай погромче. Не отрекаются. Я, между прочим, с женой. С Нюшкой. Ведь жизнь кончается. Тоже на перекрестке познакомился. 20 лет назад. Я перестану. Как 20 лет назад? 20. А ты. Нет, поженились мы лет через 5. Молодая была. Не отрекаются. Глупая. Красивая. А ты придешь, когда темно. Так, ну что, я предлагаю еще по маленькой. Саша. Сошел, давай наливай. Вы нас извините, Петровна, мы, наверное, уже вам надоели. Нет, 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 чего, Танечка, не Танечка? Говори глупостей. И вообще, я требую продолжения банкета. Вот. Вчера мы праздновали мой день рождения. А сегодня? А сегодня мы будем праздновать... Возвращение блудного сына на круги своя. Хорошо. Саша, давай наливай. Так. Я скажу тост. Так. У меня есть. Георгий Иванович, давай уже выпьем. Нет, нет, давай. Нет, нет, нет. Ну, Георгий, ну действительно, ну... Нет, нет, нет. Я все-таки хочу воспользоваться помощью Рабиндраната Тагора. Кого? Тагора. Чего? Знаете, а он сказал, зрелые люди, вот познавшие жизнь, ну, вновь обретают юность, но уже свободную от страстей. Слышала, Буся? Людочка. Ну что ж, за тебя. О, да. Да. Нет, за вас. И за вновь обретенную юность, но уже без ошибок. Правильно, Георгий Иванович. За тебя, за вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Анна Георгиевна. Я слышал, у вас появился личный водитель, который дарит цветы на день рождения вашей маме. Чего бы это? Извините за вопрос, а вам он тоже дарит цветы? Ну, что ты молчишь? Между прочим, из-за твоего этого водителя я бросил все дела и прервал очень важную командировку. Прекрати поясничать. Я знаю, в какой командировке ты был. Ох, как. Глазами своими видела. Минуточку, я хотел бы услышать ответ на свой вопрос. Какой такой водитель дарит цветы твоей маме? Слушай, я же не идиот. Я знаю точно, что никого к ней не посылал. Так кто это был? Это был мой любовник. Ты же позволил себе завести любовницу, вот и я решила не отставать. Извини, ради бога, мне некогда, я на свидание к нему тороплюсь. Слушай, мне не до шуток. Суток не прошло, как я улетел в командировку, а ты... Что? Куда ты улетел? Ты улетел не в командировку, ты улетел в другую жизнь. Ой, ну не надо делать такое лицо, ну противно, это правда. А что ты так быстро вернулся? Даже 3 дня не побыл, выгнала. Мы же за вещами уже. Ну, извини, ради бога, не знала, так бы аккуратненько тебе все собрала, а так самому придется. Подожди, стой немедленно, стой немедленно. Оставь меня в покое, давай к мышке своей. Какой мышке?
мышка. Мышка. Алло, Марат, ты где? Слушай, я тебя убью. И мышку твою тоже убью. А то, Казанова хренов, что в кармане твоего офисного пиджака моя жена нашла эту чертову записку с губами твоей этой мышки. Нет, милый мой, это уже не караул, это уже... Слушай, это катастрофа. Значит так, будьте на месте. Я ловлю такси и еду за вами. И попробуйте только не объяснить моей жене, что я не верблюд. Все, еду. Убью обоих. Мальчик, ты куда? Здравствуйте. Здравствуйте вам. А лодочка-то у вас еще осталась? Есть там. Берите. Можно с девушкой прокатиться? Конечно. А девушка где? А девушка будет? Уже скоро придет. Ой, а у вас тут как было, так и осталось все. А вы меня не помните? Я здесь 17 лет назад работал 2 месяца. Ну-ка, подойди поближе. Нет, не помню. Народу много здесь проходит. Не надоело на одном месте-то? Нет, не надоело. 30 лет здесь сижу. 30 лет. И природа какая, воздух. Странно. А у меня все как-то по-другому. У вас жена есть? Жена есть. Какая Марья без Ивана? Да. И вот сколько лет здесь сижу, столько мы вместе и живем. Познакомились здесь. Любите ее? Всяко бывало. Ответьте на вопрос мне. Вы знаете, что любите, но не уверены, что сделаете ее счастливой. Что делать? Что делать? Если любишь, сделаешь. А в дороге говорят, не уверен, не обгоняй. Хорошо, я понял. Спасибо вам. Передайте жене. Спасибо. Я лодку можно возьму? Прокачусь. Бери. Девушка моя, если придет, скажите ей, что меня не видели. Как прикажешь. Давай, давай.
Вылезай, Казанова. Олег, не волнуйся. Не волнуйся, ты так, сейчас разберемся. Сейчас лучше молчи, Марат, лучше молчи. Папка, привет! Привет, дочь. А ты мальчику невесту привез? Да не беспокойся, найдем мы ему невесту. Мама где? Была дома. Саэт здесь не с места. Я скоро. Ой, мышка. Ой, мышка. Эх, мышка, на. Что случилось? Нюша! Нюшенька, подожди. Подожди, я прошу тебя, постой. Что? Я все объясню. Смотри, вот это Марат. Вот это его пиджак. А вот это его мышка. Понимаешь, мы перепутали пиджаки. Они у нас офисные одинаковые. И эта чертова записка, она писалась не мне. Ну что вы стоите, говорите что-нибудь? Ну я перепутал пиджак. Я. А мышка это я. В пиджаке была моя записка. Ребята, не ссорьтесь. Папа! Мы приглашаем вас на свадьбу. Папа! У нас свадьба. Ну. Эй, у кого там свадьба? У нас свадьба. Свадьба.